Каталог отзывов о пряже на мамочкином канале. Сегодня мы обсудим пряжу My Baby от фирмы Color City. Но этот отзыв можно считать еще и отзывом на две другие пряжи, идентичные по составу и метражу. Это My Baby Crazy Color и Baby Cashmere. Я из этой пряжи вязала шаль с медальонами, есть мастер-класс на мамочкином канале. В этой пряже 150 метров в 50 граммах, в составе шелк, кашемир и микрофибра. Искусственный шелк – это вискоза. Вискозу называют самым натуральным из всех искусственных волокон, потому что вискоза делается из целлюлозы, а целлюлоза – это натуральное волокно. Кашемир – это натуральное волокно, это не шерсть, а пух, подшерсток горной лохматой козы, и считается, что это шикарная пряжа, мягчайшая, шелковистая и невесомая. Это очень хорошая позиция в составе. И микрофибра. Мое личное отношение к микрофибре больше положительное, чем отрицательное. Так что вот этот состав меня лично не отпугивает, а даже привлекает. Вот у меня остался моточек этой пряжи My Baby. И ее я хочу сравнить с той пряжей, которую я раньше использовала. Вот у меня есть Vita Sapphire, светленькая пряжа, и еще моточек пряжи Vita Brilliant. Если вы знакомы с пряжей Vita Sapphire и Vita Brilliant, то знаете, что у них в составе 45% шерсть ластер и 55% акрила. В Sapphire в 100 граммах 250 метров, а в Бриллианте 380 метров в 100 граммах. Если эту пряжу My Baby пересчитать на 100-граммовый, то это будет 300 метров. То есть 250, 300 и 380. Состав у этой пряжи разный, но по внешнему виду и по вязанию из нее мне My Baby очень напомнила пряжу Sapphire и Vita Brilliant. Также Sapphire и Brilliant блестят, как My Baby, и также они немножко такие скользкие. При вязании вот этой шали крючком пряжа мне очень понравилась. Я читала, что новички при вязании спицами из этой пряжи испытывают некий дискомфорт, потому что пряжа скользкая и петельки выскальзывают со спиц. В крючке никакого дискомфорта я не испытывала. Очень мягкая пряжа как была в моточке, так и осталась вот в готовом изделии. После стирки она не деформировалась, не скаталась. Немного я ее носила, до сих пор не скаталась. Поэтому у кого есть опыт по более долгому использованию вещей из данной пряжи, напишите, пожалуйста, в комментариях ваш отзыв, как она в долгосрочной носке. Из шести моточков, которые были у меня в упаковке, ни в одном из них не встретился брак. Шаль я стирала в прохладной воде. Вода совершенно не окрасилась. Другие цвета не знаю, но это совершенно не линяет этот цвет. Это у меня 316 номер цвета. Ну вот, в принципе, и все, что я хотела рассказать о пряже My Baby. Если у вас есть какой-то дополнительный отзыв, пишите, пожалуйста, в комментариях. Каталог отзывов о пряже и о крючках находится на главной странице канала. Вы можете посмотреть, какие там есть отзывы, написать свой комментарий под отзывом той пряжи, которую вы использовали. Спасибо за внимание. Оставайтесь с мамочкиным каналом. Пока!